detailed information about the onboard safety equipment from the safety instruction card, located in the pocket in front of you. Please read it carefully. Thank you. Дамы и господа, мы готовимся к взлету и просим вас разместить ручную кладь на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами, застегнуть ремень безопасности, перевести спинку кресла в вертикальное положение, убрать активную шторку иллюминатора. Все электронные устройства и мобильные телефоны... Посадить их не могут. Смотри. Да, мы будем щелочить. Электронные устройства большого размера. Да, Спасибо за внимание. Эти очки давно не носила, такие же зеркальные, я их не снимала. Я лечу в Париж, мы летим в Париж, у нас это наша команда. Они всегда было там в конце сидит, Аня Хилькевич, там Лёденс и Наташка Медведева. Летим на Форт-Боярд. Будем сражаться. У нас команда, правда, женская. Я бы хотела, чтобы за нас болели. В моей команде будет такого Хилькевича. Поэтому, я думаю, у нас должна быть веселая команда. Хотя без мужчин. Хотя они нам не нужны. Что завтра у нас съемки, сегодня мы летим. Выпуски, я думаю, все начнутся с сентября, потому что сейчас, сами понимаете, не сезон. И сейчас спасибо за всем тем, кто будет болеть за нас, спасибо большое. Сейчас не сезон, и сейчас ничего показывать не будут, сейчас только съемки идут, а все будут выпуски с сентября. Боюсь ли я летать? Нет. Я третий раз спрашиваю, боишься летать? Нет, не боюсь летать, я обожаю летать. Обожаю просто. И я уже говорила для тех, кто вот как бы боится летать. Мне кажется, все-таки это те люди, которые не доверяют судьбе. Я настолько в доверии к судьбе, что я с удовольствием, даже когда трясет это, получаю удовольствие. Новая Зеландия, вам тоже привет. Желаю победить Косово. И я думаю, что каждая команда должна делать максимум, конечно же, но самое главное, чтобы никто из себя не травмировал, а все остальное. Феррари, я не читала, но я слышала про эту книгу тысячу раз. Мне надо обязательно почитать. Сейчас я хотела показать атмосферу за окном. Видео с макияжем, конечно, будет. Шнур у нас, да, ведущий этого проекта. Вот, так что будет весело. Спасибо за...
называется. Да, эта книга хорошая. Я знаю, что нужно почитать. Обязательно нужно брать. Ну что, отпустите меня? Привет, Кирилл. Возьмем мы в разных командах. I'm going to Paris. I'm going to Paris to compete. You know that beautiful castle they have. It's called Fort Bayard. It's like a TV show. So when you get there, there's different. There's a different levels of very hard and very interesting games. You have to go through your fears, I believe. And I don't have any fears, so let's see how it's gonna go. Я говорю, что про страхи рассказываю, что нас будут за страхи подтягивать. Но я говорю, у меня вроде страхов нет. Так интересно, вот кстати. Как интересно, что я-то думала, что у меня тоже страхов нет. И когда поехала на большие гонки, не на большие гонки, а на жестокие игры, обнаружила, что у меня был страх высоты, и я не могла в бассейн прыгнуть с большой высоты. А вдруг сейчас у меня тоже какой-нибудь страх обнаружится. Так интересно. Но если я обнаружу какой-то страх, я буду с этим страхом работать в будущем. Я буду от него обязательно избавляться. Так что это еще круче. Потому что страхи, они сковывают человека в его жизни. Он не на 100% эффективен. И страхи не позволяют ему жить на полном. Я хорошо лечу, да? Я буду сейчас спать. Тараканов там не дают есть, правильно? Там же не дают вот это все есть, гадости всякие. Там просто могут затолкать в таракане какое-нибудь там место. Здесь просто нужно со своим сознанием работать. И все. Воду боюсь. Ну, воду я не буду нырять, потому что мне сейчас по ощущениям я сразу простыну. Мама, моя любимая. Змеи, жабы не боюсь, обожаю. Особенно змеи. А жилишка сейчас в Швеции. Я тоже, дорогая. Люблю тебя очень.